Вот этот самый последний, взъерошенный. Самый маленький? Угу. А, нет, он тоже. Они уже сравниваются. Вот этот, вот он, самый маленький. Черненький. Боятся. Угу. Какая тупометка, какой-то трусливый. Не, они те тоже такие же были. Ты что, такие же были? Летали вот в домике. Какой-то свежий. Жало уже тут. Сутки уж трава полежала. На вид прям как свежий. Слушай, вот это вот. Это снить. Вот такой это, да? Да, это снить. Я в прошлом году не давала. Думала, что им нельзя. Вот, а оказывается, можно. Но надо ее не свежую, а сорвать, и чтобы она полежала немножко. Ну, слушай, точно сутки? Она прям как свежая трава. Ну, вот я с вечера собираю, на следующий день даю. Ну, не обязательно прям вот сутки выдерживать. Просто, чтобы она полежала. А я в прошлом году боялась, а они вон уплетают.
Ну, они могут облетать, наверное, все. Ну, ты знаешь, не больно-то. Ну, по крайней мере, я про нее почитала. Вот. Специально забила. Можно сныть? Вот, оказывается, можно. Ну и какими травами еще кормишь? Давай расскажи. Одуванчик, лопух. Если осока, то тоже должна полежать. Одуванчик свежий можно давать. Клевер, чтоб полежал. Вот оно, чтоб полежал немножко. А одуванчик, лопух свежесорванный. Конский щавель свежесорванный можно давать. Вон они летят как раз. Конский щавель. А вот просныть одуванчик, этот клевер, написано, чтоб полежал. Несколько часов полежит, но его достаточно. Что-то вы какие-то оборванцы. Черные черные такие. Они совершенно разные. Серые одни, эти другие. Да. Вообще вот он в этой бумажке хорошо, у него разные. Угу. В том году у нее 4 было, да? Да. Ну, тоже 2 черных и 2 серых. В этом году 6. Так, а где 6? 5 там. А, вон он там. Тоже вот за ухо вроде не брали, смотри, ухо. Нет, они стоят. Еще маленькие. У них как у собак. Щенки когда рождаются, как следует, не стоят ушки. Хрящики формируются. Он тот, наверное, сам младший. Угу. Не боится. Да, вот он мелкий. У него ус, видишь, какой-то белый там. Угу. Что-то чем-то извозёкнул, что ли? А может быть, вот такая вот светлая полоска. И он за нее постоянно прячется. Да, про тебя говорим. Ну, хоть пошустрее стал, а то прям вообще я за ним все следила, думаю, господи, совсем маленький. Травку.
Все говорят, что он здоровый. Этот есть не начнет, пока все не опробует. Он, видишь, его это. Гладить не давите? Ну, он уже так вот, вот подходит, я говорю, траву дала, он руку мне нюхал. Но он большой. Он помещает. Подбородка. Угу. Он же это еще маленький. Год ему. Ему год? Ну, год с хвостиком, с маленьким. Он ему, мне его привез, ему было 6, что ли, месяцев. Пять или шесть он его привез. Производитель наш, да? Угу. Большой. Курники окошко закрыли? Сзади нет. Нет? Ты самый любопытный, да?